Сегодня мы с вами обсудим наиболее актуальные вопросы социально-экономического развития регионов. В последнее время были проведены ряд масштабных мероприятий, на которых рассмотрели состояние дел и поставили первоочередные задачи для разных сфер экономики. Обсуждены вопросы жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса строительства. Эти отрасли во многом определяют состояние белорусской экономики, а также ее возможности решать социальные задачи. Кроме того, по результатам подписаны три директивы президента. Это своеобразная дорожная карта для АПК, строительства и сферы ЖКХ. Они устанавливают системные задачи и необходимые для их решения инструменты. Намечены пути совершенствования системы образования и перспективы белорусской науки. Мы также на соответствующих совещаниях, форумах рассмотрели эти проблемы. Определены четкие этапы ускорения развития регионов. Мы договорились в течение 2 лет обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие сразу 11 крупных городов. Сегодня перед правительством и губернаторами стоит задача обеспечить реализацию всех принятых решений, планов и директив на местах. Общая цель данных программных решений – достижение достойного уровня и качества жизни наших граждан. Фундамент успешного развития государства – сильная экономика. Я уже много раз говорил, если у нас и будут какие-то проблемы, только тогда, когда у нас будет плохо работать экономика. Других проблем у нас нет и быть не может. Поэтому прежде всего необходимо развивать экономику регионов. Экономика вообще вся там, в регионах. Создавать там рабочие места и, самое главное, рабочие места с достойным уровнем заработной платы.